Вот тут опять про шамана спрашивают, про Сашу Якута, как я отношусь. Конечно, очень хорошо. Я отношусь к любому хорошо, кто борется с путинским режимом. И я обратил внимание на одну особенность. Сейчас вот шаманам троллят определенных либералов, так называемых. Они страшно негодуют, потому что они себя считают офигенными умницами, там, я не знаю, лицами с высшим образованием или самым наивысшим, с божественным образованием. А этого шамана считают человеком, там, я не знаю, цахи, даже, наверное, еще хуже. Поэтому их, конечно, очень коробит, что у какого-то, да, там, шамана популярности гораздо больше, чем у них у всех вместе взятых. Но они-то ни хера ничего не делают, правильно, вот ты говоришь, то есть они там какие-то требования там заявляли все годы такие, пи, да, там, давайте вот вы нас послушайте. Да, сейчас начали заявлять, и то там единицы, да, начали заявлять какие-то жесткие требования, то, что мы заявляли 5-6 лет назад. И ты знаешь, как здорово, они там троллят, там шаман придет, порядок наведет, и у этого взрывается башка, они начинают строчить, какой нахер шаман? То есть закомплексованные абсолютно люди сходят с ума из-за шамана. Я не понимаю, почему. Я представляю, говорю, то же самое наверняка было, и их троллили по поводу Мальцева, и также они сходили с ума, потому что они там себя считают некой элитой, да, там какой-то, и революционной, оппозиционной, я не знаю, какой элитой. Да, и то есть они сами ни хера ничего не делают, да, и когда кто-то начинает как бы достаточно кардинально решать какие-то вопросы, а шаман, безусловно, он идет и гонит волну, и это очень важное дело, это будитель народа, поэтому, конечно, будители народа, они прежде всего будут вот этих, а эти страшно завидуют будителям народа, потому что они не способны на такой подвиг. Это же самопожертвование, они на него не способны. Они способны рассказывать, что нужно, все мирно, какой-то эволюционный переход. Почему, знаете, потому что они ссат просто. Они просто ссат попасть в тюрьму нахер. Вот что они ссат, просто, понимаете? С властью поссориться так жестко ссат. Поэтому они рассказывают, там себя толстовцами какими-то именуют и так далее. Пишет, что шаман Саш Якут, Надежда России, он идет на Москву свергать Путина. Да никто не даст вам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой, ни шаман, ни Мальцев, никто. Если вы сами не избавитесь от Путина, никакие шаманы, никто. Я понимаю, что очень-очень хорошо и соблазнительно верить, что кто-то проведет какой-то страшный ритуал, и все там злодеи типа Путина, все вздернутся, там, сойдут с ума, перестреляют друг друга, да, не будет этого ничего, и пока весь народ не поднимется. Саш, партизан, Мальцев, у меня надежда вся на шаман, достал этот поганый режим. Ну, вы, честно говоря, достали одними и теми же вот этими высказываниями, да, я, вы лучше бы, вот, если вы партизан, вы как бы лучше бы партизанили, да, а не надеялись на шамана. Не надеялись бы ни на кого, надеялись бы только на себя. Вот тогда было бы нормально. Вот. Шаманы, я думаю, они будут вести, знаешь, я не знаю сколько, до какого момента, вот, смотреть, наблюдать. Если действительно там что-то начнет подниматься, я думаю, не дадут ему даже там 500 километров до Москвы дойти. Шальная пуля, медведь порвал там, я не знаю, или просто психушка, или просто там машина сбила какой-нибудь, знаешь, большой, огромный транспорт, случайно там заснул водитель, и вот от шамана еще не осталось. То есть, я думаю, с ним разберутся. Народ должен понимать, что с шаманом не разберутся, только если там еще будет человек, я не знаю, 10 тысяч сзади идти, как за Форест Гампом. Как за Ганди, 2 миллиона. Ну как, да, за армянским лидером тоже, помнишь, шли? Да, это единственный путь, в общем-то, что-то как-то воспрепятствовать. А так, да, так его выдернут, отправят психушку, скорее всего, и даже давить не будут, и это будет очень плохо, понимаете?
потому что вот есть масса людей, которые подогревают, вот там одна надежда туда-сюда, потом раз, и надежда исчезла. Ёлка, опять неудача. Не об этом надо говорить. Нужно говорить о том, чтобы люди поднимались. Да? Конечно, нужно говорить что, о том, что таким людям, как шаман, помощь нужна. Но ни в коем случае не троллить, если вы не путинский тролль. И не говорить, что вот единственная надежда. Таким образом вы подставляете человека прямо под ножи.